В Архангельске организовали фестиваль молодежных субкультур для поклонников комиксов, героических киносаг и компьютерных игр. В Доме молодежи провели первый в Архангельске гикфест. О том, что интересует современную молодежь, в нашем следующем сюжете. Роботы, компьютерные игры, персонажи комиксов и фильмов про супергероев. В Архангельске в Доме молодежи организовали первый гикфест. Мы видим большое количество людей, которые пришли сюда отдохнуть в это воскресенье. Вместо того, чтобы сидеть дома и играть с компьютером, они решили прийти и поиграть с другими людьми. То есть мы помогаем им коммуницировать таким образом. Мы хотим сделать какое-то такое сообщество в Архангельске, чтобы они объединялись, как-то эту культуру продвигали на другой уровень. 15 площадок вместило в себя всю гик-культуру, начиная с винтажных видеоигр, заканчивая виртуальной реальностью. Главным событием для заядлых геймеров стал турнир по компьютерным играм. Ребята боролись за первое место в нескольких турах. Участники были на самом деле разные, прошло очень классно, мне понравилось. Было много темных лошадок. Участник был, который сказал, что последний раз играл 2 месяца назад и всего месяц, и дошел до полуфинала, считай, сразу. Великолепно, отличный уровень организации. Приду еще раз, обязательно в следующем году. Сам дошел до 1/4. К сожалению, попался как раз победитель турнира против меня. Ну и, собственно говоря, выиграл меня очень легко. Оценить достижения современной науки на гикфесте можно было на научной площадке технопарка САФУ. Здесь молодые ученые рассказали, как они делают фантастику реальностью. Вот этот робот, он был сооружен мной. Я изначально делал его под соревнования, для участия в соревнованиях для внедорожных роботов. И тема робототехники, она в целом такая интересная, то есть когда люди видят роботов, они, ну, в принципе, им тоже хочется заняться и, соответственно, какие-то вопросы задают. Традицией уже многих гикфестов по всему миру стали косплееры. Они переодеваются в костюмы любимых героев и полностью вживаются в образ. Так распорядилась судьба. Мы супергерои, мы сюда прилетели. Естественно, мы тут необходимы. У нас будет Железный Человек, но Тони Старк сегодня опаздывает. У него очень важное совещание. Организаторы уверены, что в следующем году фестиваль соберет еще больше почитателей гик-культуры. Это Рима Лешава, Анна Чертова, Евгений Зыков, Регион 29.